Сегодня мы отправляемся в маленькое путешествие в город Тарата. Длинная дорога будет компенсирована красивыми видами, поэтому наслаждаемся. Идеальный мужчина сделал нам завтрак. Та-дам. С вот таким вот видом. Кайф. Департамент Тагна составляет 4 провинции – Тагна, Кандарави, Хорхе-Васадре и провинция Тарата, куда мы сейчас отправляемся. Средняя высота, на которой расположен город – 3083 метра над уровнем моря. Однако он варьируется от 1800 метров над уровнем моря до целых 5600 метров над уровнем моря и расположен на участке горного хребта Анд, который красиво называется Кордильера дель Барроса. Провинция Тарата разделена на 8 округов, и в ней проживает около 8 тысяч жителей. Но несмотря на это, ее история очень богата. По словам историков, относительно этимологии названия Тарата существует несколько интерпретаций, связанных с происхождением города. Одни предполагали, что название пришло от Тары, так как в этой местности очень много лесов Тары. Тара – это бобовое растение. Культивируется тара как корм для животных или как декоративное растение из-за его ярких цветов и соцветий. Также говорится, что тарата происходит от тараята, слова аймара, которое означает «холодное или замороженное место». Действительно, чем дальше в горы, тем холоднее. И я прочувствовала все перепады температур на себе. И мне не очень-то понравилось. Другая версия гласит, что название Тарата на аймаре переводится как «место, где дорога разветвляется». Аймара – это язык народа аймара, живущего в Андах, одной из самых длинных и одной из самых высоких горных систем Земли, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку. Первая грамматика языка аймара была составлена отцом Людовика Бартонио в 1603 году. Культуре аймара удалось пережить правление инков, дожить до наших дней со своим языком и обычаями. Кстати, по ходу движения можно увидеть присутствие инков, а именно наличие дорог инков, которые пересекают провинцию в разных направлениях. Это система дорог огромных расстояний, построенная в середине 15 века, которая связывала важные города на побережье и их гору. В
республиканскую эпоху в 1880 году Тарата была оккупирована чилийскими войсками во время Тихоокеанской войны, и город стал частью чилийской администрации до 1 сентября 1925 года. Именно поэтому 1 сентября – это дата, знаменующая повторное включение провинции Тарата в Перу и принимает характер юбилейного дня города. Местные жители считают этот день окончанием плена после 40 лет чилийского управления провинцией. По этой причине празднование Дня города имеет исторические нюансы, такие как въезд властей на лошадях, шествие перуанского флага по улицам города, поднятого в руках женщин, которые во время тура поют народные песни. Среди местных млекопитающих можно упомянуть пуму, ласку, викунью, андских оленей и, конечно же, ламу. Сельское хозяйство было основным источником богатства и занятий народа с момента его первых поселенцев. Другой важной сферой экономики Тараты является животноводство. Эта деятельность осуществляется двумя способами – скот долины и животноводство высокогорных районов Анд. Домашний скот в долине состоит из крупного рогатого скота – коз, овец и лошадей. В высокогорных районах Анд домашний скот состоит из альпак, лам и овец. Их выращивают для получения волокон и шерсти. Основание первоначального города датируется 3 января 1741 года. Я очень хотела красиво заснять, как мы въезжаем в сам город, но на въезде стоит пост полиции, и поэтому пришлось прерывать видеосъемку. Кстати, этот полицейский был очень серьезным. Он детально расспрашивал, куда мы едем, почему мы едем, кто нам дал это разрешение, как будто мы какие-то преступники. Сегодня воскресенье, и официально нельзя передвигаться на собственном автомобиле. Однако есть маленькое исключение. Та-дам! Вот это вот разрешение на имя Петровой Дарьи, что она является работником, и поэтому ей можно будет передвигаться между городами. Вот этот наш маршрут. А вот такие вот хитрости. Время человека кокона. Однако, несмотря на холодный ветер, было действительно очень здорово. Мои глаза ликовали от красоты, которая была вокруг. Кайф. Thank you.
аналог лестницы в Нижнем Новгороде, но в отличие от российских лестниц, здесь везде есть пандус. Даже в маленьком городе тут цивилизация лучше. Ничего необычного, просто шерсть овечки. Ничего необычного, часть 2. Воскресенье, 9 утра. Женщина гуляет со шкурой овцы. Это центральный рынок, и здание построено в 1929 году. Пройдемте же. Опять пандус. 1929 год, на минуточку. Традиционная перуанская фишечка курицы с лапками. Еще все продавцы в национальной одежде. Примерно 80% жителей провинции исповедуют католицизм. Siga defendiendo y promoviendo.